Ходить не можешь? Не умею. Получается. Ну попробуй. Я пробовал. Ну интересно, давай сниму тебя. Я же до тебя не надо это делать, понимаешь? Ну почему тебе не надо снимать-то? Да не надо просто, да, все. Это мир привык к этому. К чему привык мир? К чему? Ну мы-то не это, тоже к миру относимся. Это наша привычка. Ты уже привык к этому, а я ни разу не занимался, мне это как-то не привычно. Да тебе не надо заниматься, я тебя сниму просто и все, как ты ходишь. Потом будешь смотреть на себя. Проверишь все это, увидишь. Ты вообще слышишь, что я говорю? Я пробовал, ничего не получается. Я еще раз, что ли, покажу, ничего не получается. Ну. Ты же понимаешь, что я тебе говорю? Ну на, меня сними. На, меня сними, Сергей. Да нет, не буду. Я попробую походить, давай. Ну и давай сюда. Давай. Там это... Иди сюда. В палатах были эти, мешочек красный. Вот смотри. С красным этим, а я думаю... Тихо, это... тихо, не закрывай. Вот так бери, так, вот так, аккуратно бери. Вот. И на себя наводи, да? Ну да, на меня наводи. Угу. Ты раньше ходил на ходулях? Нет. Никогда не ходил? А мы ходили. Ну что-то я не помню просто. Опа. Сейчас уже не тренированы и ходули маленькие. Ну а так ходил. Мы в детстве, знаешь, на ходулях постоянно ходили. По деревне. Опа. Здорово. Ну что, Дмитрич, давай я тебе... Я уже пробовал, что? Ну давай попробуй. Ну что ты? Ну я пробовал уже. Давай, давай. Нет. Да что ты? Ну. Давай. Мне не научиться. Ну что тебе не научиться-то? Миш, да не надо это делать, ты прям думаешь. Ты тетянину так не снимал. Снимал тетянину. Я не видел, что там. Тебе не надо бояться, тебе этот страх нужно победить, Дмитрич. Сергей Дмитриевич. Ну, смысл ты этого? Тебя... Новое занятие или что? Ты не с Игнатием Тихоновичем должен ходить рядом, слушать, что он говорит. С людьми. Все внимать в себя. Да я дома читаю, Игнатий Тихонович, ты весь день этим занимаешься. Это все одни его только мысли. Одни его. Это ты... только здесь он живой, а там книга. Ну, а, понимаешь, и здесь слышу, он. Когда говорит проповеди. Ты сторонишься, где-то в уголке сидишь, это не подходишь. Ты боишься съемки, поэтому ты не подходишь. Так ведь? Да ничего я не боюсь просто. Ну, если не боишься, почему ты это избегаешь всячески попадать в кадр? Что ты привязался ко мне, вот смысл-то вот это? Да и потому что этот страх тебе мешает, он тебя как бы между ты тобой... Ты на меня всяко гнал до этого, потом тебя это, иначе Дина сказал, что это все это обыкновенно, все это бесовское, тут ничего такого нету, как бы это. Что бесовское? Ну, вот все, что мы с ним разговаривали. Что он говорил, и что ты говорил. Я говорил то, что ты мне говорил. Ты говорил, тебя бесы мучают. Ты говорил, что... Ну а что же, какие так? Что тебе мысли приходят, это... Вернее, ты люди разговаривают, а это... И ну, да. Как будто о тебе разговаривают. Так ведь было? Не обо мне, а то, что я... Мне как бы это, бес внушает, да? Ну ты слышишь... Я говорю, она тоже повторяет то, что я говорю, понимаешь? То, что ты говоришь, она повторяет. Хотя она находится на расстоянии от тебя, да? Ну, я слышу, например, это. Ну, на таком расстоянии я слышу. Подожди, она... Ты ее слова слышишь, да? А слова это твои мысли? Нет, какие мысли? Я говорю, она не мысли. Все, что я скажу, она повторяет. Понимаешь это? Ну, как... Не мысли мои она читает. А мысли-то мне приходят, как будто, да, тоже приходят. Они, может, не мои, просто, ну, заставляются, как бы, мозгами моим продвигаться. Ну, сказать это. Ты бы молчал бы там, рот заткнул.
Да просто, знаешь, он как бы действует лукавством всяким там, это что-то непонятно. Ну ты мне про работу рассказывал обычно, что ты это... Доброе утро. Смотришь это. Что у тебя? Ну, про работу ты рассказывал все время, что они это знают, о чем ты думаешь, я так понял. Да, они просто начинают перед зарплатой меня это, без, как бы, скучают на пенку, да, они начинают меня там это, как тебе объяснить это? Чтобы нервный срыв был, да, и чтобы я запил, примерно в таком смысле, понимаешь, это всегда так было, это, зарплата, это, получка, аванс там, чтобы это, понимаешь, это, чтобы я запил, да, раз меня там это, прогулял, и с меня все лишают, а лишаются позже кого? Их же, а не меня, правильно? И там не в начальник уже это идет, а другим рабочим распределять. И вот, как бы это, такой смысл, понимаешь? Я, Сергей, говорил не потому, что тебя хочу обвинить в чем-то, а чтобы разобраться. Потому что ты говоришь, меня бес мучает, там, те мысли какие-то там... приходит. Ну, зачем людям, наверное, это все? Ну, у тебя немножко по-особенному как-то. И поэтому как это важно было это понять, разобраться, что с тобой происходит. Как тебе это дальше это вот жить? И мне это рядом с тобой это что делать? Понимаешь? Я занимаюсь вот своим этим компьютером этим. Так я и занимаюсь. Ну, мы уедем в Темир, мы же там... Ну, что, так же жить будет? Да не... Я буду жить один. Ну, ты слышал? Ты слышал, Игнат Тихонович сказал, что тебе одному-то нельзя жить, получается. Ну, а что теперь это? Я уже прожил столько лет, и мне никто там это... Я сколько Бога просил, он ничего не изменил в моей жизни. Как не изменил? Вот ты сюда приехал, уже изменил. Ну, сейчас сюда приехал, а дальше что? Ну, уедем отсюда, там будет мир вообще другой. Ты должен сейчас все впитать в себя. Вот каждое слово, которое здесь говорит Игнат Тихонович, отец Иоаким на проповеди пойдем, ты это должен вслушиваться и понимаешь, ловить каждое слово и на себя это все переносить. Посмотреть, как люди приходят к Богу, как они жили, с кем, все же рассказывают о себе. То есть не должен сторониться и не бояться этой видеокамеры. Что она там, видеокамера тебя не съест? Причем здесь мир-то? Мы снимаем это для пользы души и для спасения души. Ты можешь, поговорили, забыли слова какие-то, какие-то моменты забылись, важные, может быть, даже. А потом посмотрел и увидел... И себя увидел, и свой разговор услышал. И можешь понять, где ты там какую-то неправильность сказал, какую-то ошибку. И где-то услышал, наоборот, какую-то полезную вещь. Это слово какое-то. Это же не зря с ней съемки ведутся. И люди... Они с дороги приехали. Они же эту... Вчера, да. И еще ехали ночью. Ой, ночью, говорю, это... Устали. На своей машине ходили. Ну, добирались тут по грязи-то как. А я сначала думал, что этот подошел ко мне, вот такой маленький, это, кукленький. Думал, этот, который, это, помнишь, как он кабанца собирал, помогал там. И он же не было его тут. Здесь я не видел его. А я думал, что он это... Ну, подожди, давай договорим. Давай договоримся так. Что ты не будешь бояться видеокамер. Страх этот будешь себе побеждать. Да я не буду это лезть просто никуда. Это. Да лезть и не надо никуда. Не будет. Сегодня я пойду это, картошку кушать. Ну, помогать ты... там, знаешь, только огородки, она одна там, это, никто ничего не помогает. Ты... Она просит это, никто даже... Сергей Дмитриевич, это не твое дело. Тут у Надежды Васильевны есть это свой муж. И они разберутся. Тебе главное сейчас именно твое спасение собственной души. Я говорил, если Надежда Васильевна вас попросит, только вот
только там не ешьте, а здесь ешьте. Вот и все это. И вот до этого были слова. Я сам лично слышал. Это не к тебе относились слова? Да он ко всем это говорил, не то что... Он не ко всем говорил, он конкретно людям говорил, которые это делали. А тебе-то это какое касательство? Кому он конкретно это говорил? Ну ты не знаешь, а он-то знает, и этот человек знает. Поэтому ты должен не картошкой сейчас заниматься, а впитывать в себя слово, любое, которое... Да, Миша, я впитываю это слово, слушаю его проповеди. Слушаешь проповеди, он живой здесь, понимаешь? Живой. Ты здесь можешь услышать это не запись какую-то, а вопрос задать какой-то, спросить у него что-нибудь. Добрый. Понимаешь, ты послушать его проповеди ты можешь всегда. Уедешь это в Тимир и будешь слушать сколько угодно. А здесь у тебя страх это какой-то непонятный. Зачем тебе сейчас картошка, если ты, мы всего приехали-то на несколько дней. Уедем-то быстро. И ты будешь картошкой заниматься. Такое важное дело — спасение души. А ты это... Ну, понятно. Там будешь в одиночестве, один это будешь окучивать. Да, все понятно. Ну что понятно меня? Ну то, что ты говоришь, все понятно. Ну ты же не соглашаешься со мной. Так я соглашаюсь, я не буду же это, как это, дерьмо у него на глазах. Люди все, я вот за ним приехал, я только готов был постоянно никто ходить ходит, за ним. Никто не ходит, с кем он поговорил, да, они, все, никто не ходит, вот он стоит там, ну не все же подходят. И ничего с ними не случается. А ты прямо это меня везде плешь это. Потому что я хочу, чтобы ты не просто вот так вот таился, ты прятался где-то, уходил, не замыкался в самом себе. Ты не замыкайся в самом себе-то. Я понимаю, что ты, можно сидеть в сторонке и слушать. Но ты же я просто... Я же слышу, вот, слышу, мне обязательно надо подходить, я слышу, и все, а ты... Толкаешь меня на глаза, чтобы я это... На глаза? Показываю тебя такую хорошую, умную эту. Ну, хорошо, понятно. Ну, что непонятно? Я стою, слышу, что он говорит, вот и все. Ну, ты сказал, что ты не подходишь, потому что это ведется съемка. Ты так говорил? Да потому что я слышу, я тебе сколько раз я тебе это объяснял. А ты просто сам не слышишь, что тебе говорят. Ну, ладно, понятно, Сергей.